Любители цветов, представляю вам прекрасное почвопокровное растение абриета. Ранней весной, когда еще нет обильной растительности, абриета радует своим цветением. Но прошло цветение и время сбора семян. Посмотрите, как выглядят семена. Они довольно мелкие, в стручках. Надо дождаться полного созревания семян, и тогда можно собрать. Часть семян, конечно, рассыпалась, и при нашей молдавской зиме есть возможность, что они дадут всходы весной. Дождавшись полного подсыхания многих плетей, часть этой массы я взяла и уложила в другое место. Посмотрим, как себя поведут семена. Надеюсь, что на новом месте они приживутся и создадут красивую куртиночку. Чтобы место, где росла абриета, было более привлекательным, я постаралась накрыть этот участочек камнями. Мой сад имеет много камней. Отовсюду везу эти камушки разных размеров и укладываю у себя в саду. Ну, вот так вот теперь выглядит тот участок, где росла абриета. Довольно-таки неплохо. И очень надеюсь, что весной я опять посажу, и часть семян все-таки взойдет сама. Вот так вот выглядит мой участочек после сбора семян абриеты. Собирайте семена, свои семена, намного надежней. Июль 2023 года, Молдова.